что, давайте посмотрим, как на все происходящее в Минске реагируют в нашей стране. Арман Субаджи Гаспарян пишет. Утро началось с прекрасного. Правозащитный центр «Гулагу.нет» приостанавливает работу в России, потому что теперь, внимание, случай с самолетом в Минске свидетельствует о том, что власти готовы действовать открыто с целью расправы над неугодными. Ну, вот и есть хорошие новости, что эта организация закрывается. Дальше Юлия Витязева публикует совершенно потрясающую подборочку. Информационное агентство «Панорама». Кто не знает, это веселые ребята, шутники с прекрасным чувством юмора из сети. Евросоюз готовится выразить крайнюю озабоченность из-за задержания Романа Протасевича. Европейские чиновники намерены потребовать от режима Лукашенко гарантии того, что суд и казнь пройдут в полном соответствии с международными нормами. Первый же вылезает, ну вы тут сами понимаете, какие же вы чудаки, Рустем Адагамов. А это тот самый Рустем Адагамов, которого подозревали и даже обвиняли в педофилии. Ну там надо проверить по новостям, да-да-да. Леонид Волков. Смеяться можно и нужно надо всем. Аморально считать, какое бы то ни было проявление юмора недопустимым. Ну хорошо. Смеяться можно надо всем. Хотя я понимаю, что этим персонажам сейчас не до шуток. Юлия Витязева пишет. Забавно. Адагамов обиделся на «Панораму» за Протасевича. А вот Волков еще 6 лет назад писал о том, что нужно смеяться над всем. И как ничуть, и это ничуть не аморально. Я уверен, им сейчас не до шуток и не до смеха, потому что они понимают, что это же судьба и эта участь может ждать их. Ну как? Вот они находились на территории нашей страны. Они проводили массовые беспорядки, они выводили людей на улицы. Хотя там вышло-то не так много людей, как бы они ни старались. В момент, когда Навального публикуют все крупнейшие мировые издания, на первых полосках своих изданий, газет, показывают по всем BBC и CNN, где тут была толпа, ее не было. Ну и берут всю эту группировку, перекидывают за границу, вывозят остатки в виде Милова, который здесь где-то затесался и решал свои любовные треугольники со своими там девочками на побегушках. И они переживают, потому что они волнуются, думают, а не может ли такая же спецоперация коснуться их? Потому что, ну тут понятное дело, люди серьезные и важные работают в наших спецслужбах, они знают, что делать, но вот сколько раз говорил, а взять и выкрасть их? Взять, выкрасть Волкова, Шевединова и отправить за решетку, ну, в ту самую камеру к Навальному, чтобы Волкова посадить с Алексеем Анатольевичем на соседние шконки и посмотреть, а как они разберутся, задушит Навальный Волкова за полное разрушение протеста или не задушит. Или надо будет отнять у него все полотенца и все подушки, чтобы он ими не придавил того самого Волкова, который сокрушил всю эту оппозиционную империю. Или Шевединова, которого схватить за его разжиревшую в армии задницу и отправить сюда за нарушение финансовые махинации, которые они проводили, за отмывание денег. Но все же это было. Они же та самая нехта, которая действовала в Беларуси, а эти пытались проводить через свои соцсети и через свои каналы точно такие же экстремистские акции на территории нашей страны. И представляете, если их бы вот так выкрали, привезли. И вот как там сейчас они все переживают и плачут? В России открывается ГУЛАГ. Заключенным хотят предложить работать. Ну, во-первых, хотят предложить добровольную работу, а не принудительную, ну, чтобы там получали деньги официально, чтобы получали стаж. Но как они переживают? А вот Шевединова с радостью можно взять и отправить на принудительные работы. Ничего страшного нет, потому что зачем кормить этих безобразников, которые никогда в своей жизни не работали нигде, кроме Твиттера, в котором они публикуют свои ролики, и не зачитывали тексты суфлеров, которые за них кто-то писал, за них кто-то делал, там подбирал. А они выходили и загружали их на YouTube. В этом и заключалась их работа. А потом уже мы сидели 15 суток, там, нам дали 10 суток. Посмотрите, какие мы мученики, какие мы страдальцы. Ну, это все же так себе, отмазки. А вот на принудительные работы отправить не прочь. Хотя я представляю, как они запереживают и как взорвется все вокруг, если вдруг это случится. Но еще раз напомню, в наших спецслужбах работают люди ответственные, они знают, что делать лучше меня. Таня Фельнингауэр пишет. Вот что случилось. Ирландский самолет по распоряжению президента Беларуси в сопровождении истребителя, то есть с угрозой уничтожения, заставили сесть в Минске. Как вам такое, международное сообщество? И
Товарищ Корнилов пишет: «Кипит, бурлит возбущенная либеральная общественность в России. А я мучительно пытаюсь вспомнить, когда в октябре 16 года украинцы в сопровождении истребителя, то есть с угрозой уничтожения, заставили сесть в Киеве белорусский самолет фирмы «Белавия», чтобы обыскать российского политолога Армена Мартиросяна. Все эти фингенгауры, венедиктовы, эхи, дожди также возмущенно вопрошали: как вам такое международное сообщество? Вот убейте. Не помню такого шума. Может, напомните?» А нет там никаких переживаний, потому что у этой... Да не госпожа она, не пойми кто, Фенлигауэр, которая выходит и на «Эхо Москвы» вместе с этим толстощеким Плющевым глумятся в прямом эфире над убитым в Донбассе мальчиком, там нет ничего святого. Для них это все наплевать. Они переживают, что какого-то там Протасевича задержали, схватили и отправили за решетку. Ну, все понятно, что происходило, какая спецоперация, какие были угрозы, все понимаем, все, все беспокойства для пассажиров доставленные, но... Тут-то, когда эти же люди сначала смеются над убийством ребенка, а потом так начинают переживать: ой-ой-ой, а посмотрите, как все происходит там, как это страшно и как это плохо. А когда убивают людей в Донбассе, когда происходят вот эти, откровенно говоря, теракты, когда донбасский дедушка вышел загнать курицу и ему в лоб саданул снайпер, где была Фенлигауэр? Где были все эти Адагамовы, которые... писали своих чудаков на букву «М». Нет, такого тут не увидишь никогда. И вылезает вот это вот забытое создание Альфред Кох. Если бы я был следователем, который расследовал бы сегодняшний случай в небе Белоруссии, то первым, на кого бы я подумал, был бы пилот. 100% принял бабла и исполнил инструкцию. Ему до пересечения границы было 2 минуты лету. Вильнюс-то по-любому был ближе, чем Минск. Летчик все знал заранее и за бабло сдал Протасевича. Имха, разумеется, но я бы там копал. Ну, моментально побежали. Как верно пишет Юлия Витязева, следствие ведут колобки. Моментально побежали публичные доносы. Нет-нет-нет, это не я так говорю, это они это так называют. Когда ты кого-то публично обвиняешь, когда ты кого-то пытаешься в чем-то обличить, это же у них называется как? Это у них называется публичным доносом. Это у них называется публичным стукачеством. Но здесь это правило не работает. Здесь же он на стороне света и на стороне добра выступает. Поэтому нет, все хорошо. Анатолий Шарий пишет: «То есть, когда Киев придумал посадку самолета с вагнеровцами, это не шокирующий акт. Когда крадут гражданина Украины с территории Молдовы, это не шокирует. Когда в 16 году вернули в Киев под угрозой истребителей самолет – норм. А тут все прям шокированы, потрясены, лицемеры». Вот так вот. А тем более выложены все авиапереговоры, как это происходило. Вот давайте... послушаем, Арти публикует. Мы сейчас изучаем запись переговоров, которая есть в нашем распоряжении. Вот один из фрагментов. Это запрос безопасности. Служба безопасности аэропорта получила e-mail. То, что именно пилоты приняли решение посадить самолет в Минске, подтверждают и в отделе коммуникации Литовского международного аэропорта. Это рекомендация приземлиться в Минске. Откуда она, как вам поступила, пришла от авиакомпании, от аэропорта или аэропорта прибытия? РНР – это наша рекомендация, сообщает экипаж. Ну и тогда о каком захвате идет речь? Захват – это когда в кабину пилотов врываются смертники и говорят, что все, самолет захвачен, и направляйте его по другому курсу. А тут экипаж сам принимает решение. Тогда вопрос ко всем этим комиссиям европейским и ко всем этим оппозиционным комитетам, ну, Филькиным комитетам. А как случился захват, если пилоты сами признаются, что приняли решение посадить самолет? И это еще до истребителя, который взлетел в воздух. Это было «Время Голованова». На связи доцент РАНХИКС Кира Сазонова. Кира, я вас приветствую. Спасибо, что согласились к нам прийти. И вот вы, как юрист-международник, можете разобрать происходящее в Минске? Вот эта посадка самолета, взлет истребителя. Что будет дальше? Как отвечает Европа? И там уже обещают санкции по полной.
Санкции нас обещают по любому поводу, как известно, это совершенно не новость. В данном случае это просто один из удачных поводов в очередной раз ввести какую-то антисанкционную риторику против России, вообще такую антироссийскую, русофобскую. Что касается правовой оценки ситуации, то вообще, на мой взгляд, все как-то излишне и чересчур эмоциональны, при том, что ситуация, о чем, собственно, вот как раз Мария Владимировна сейчас говорила буквально несколько минут назад, действительно, она достаточно рядовая. При всем при этом я хочу сказать, что меня, честно говоря, очень удивляет то, насколько все верят в непогрешимость и невероятные какие-то боевые качества белорусских спецслужб и сразу говорят о том, что это 100% провокация, которая лежала в основе, была сделана именно белорусами. Кстати, на мой взгляд, это пока совершенно не доказано и не является очевидным. Поэтому... А кто мог, Запад мог устроить это? Это мог устроить кто угодно, но просто то, что это приписывают сразу белорусам, это странно. Без даже предварительной еще какой-то процедуры в виде хотя бы расшифровки тех записей, которые у нас должны быть обязательно в подобных ситуациях, то есть когда действительно мы расшифровываем полностью весь текст и диспетчеров, и то, что было с земли, и то, что было в воздухе и так далее, пока все еще так очень сыро, но тем не менее все говорят о том, что это операция белорусских спецслужб. Ну, если это действительно так, то с юридической точки зрения я могу сказать, что эта операция в формате «комар носа не подточит». Потому я и говорю, что, ну, действительно, если это правда, то это вызывает огромное уважение. Потому что номинально, если мы с вами посмотрим на подобные кейсы, о праве речь не шла вообще никогда. То есть закрывалось воздушное пространство в принудительном порядке. Не придумывались какие-то хотя бы формальные поводы. То есть все было гораздо более грубо и топорно. И при этом то, что мы сейчас с вами наблюдаем в формате Белоруссии, в общем-то, абсолютно соответствует нормам Чикагской конвенции о гражданской авиации. Это наш главный документ 44-го года существует и уже там более 8 раз пересматривался. И у Чикагской конвенции есть так называемое приложение 19. В приложении 19 сказано, что когда у нас есть некая угроза безопасности, то, конечно, любой вменяемый капитан воздушного судна, он принимает решение о том, чтобы посадить самолет, пригласить саперов, все-таки проверить борт и уже только потом продолжать свое путешествие. Что, обратите внимание, и было сделано. То есть самолет был посажен добровольно. Это было решение пилотов. И то опять есть же, юридически нельзя приписать захват, как бы не хотелось? Во мне вообще, вы знаете, просто поражает вот это вот свободное владение терминологией некоторых наших специалистов из серии «это акт международного терроризма», или там «это акт государственного терроризма», что как бы еще хуже, или «это воздушное пиратство», хотя при этом есть четкие дефиниции того и другого и третьего, и это ни к чему из вышеназванного не имеет вообще ни малейшего отношения. Поэтому я, честно говоря, удивляюсь, почему просто не открыть первоисточник и не посмотреть правила поведения и правила техники безопасности при полетах. Ну просто опять же, вот представьте, что это не кейс, связанный с неким там белорусским экстремистом-оппозиционером, а это просто обычный самолет, где получают сообщение о возможном минировании. Вот просто представьте, если это самолет, на котором летите вы, или летят там, не дай бог, ваши близкие родственники, что бы вы хотели, чтобы сделал пилот в подобной ситуации? Естественно, вы бы хотели, чтобы он все провел по протоколу. Другой вопрос, что, конечно, есть такое понятие, безусловно, в жизни, очень удачное стечение обстоятельств, которым, опять же, можно воспользоваться, а можно не воспользоваться. И вот, на мой взгляд, как раз-таки огромная заслуга белорусских спецслужб в том, что они смогли воспользоваться вот этим вот невероятно мощным и удачным стечением различных обстоятельств. В частности, они смогли осуществить вот эту принудительную экстрадицию Протасевича, потому что совершенно очевидно, что обычной политической экстрадиции, в общем-то, можно было и не ждать, хотя был официальный запрос, и более того, существует договор о правовой помощи между, соответственно, Белоруссией и Польшей, но при этом мы понимаем, что... Тот же Протасевич писал такие очень, я бы сказала, выспренные документы и различные посты о том, что да, подумаешь, какие-то там запросы на меня поступают, я как бы все равно абсолютно неприкосновенен, совершенно очевидно, что меня не выдадут. Ну, мы сегодня видим, что, видимо, все-таки люди, которые находятся под документом об экстрадиции, должны, наверное, более тщательно продумывать свои маршруты передвижения. И обратите внимание, опять же, к вопросу о всесильных белорусских силовиках, ведь Протасевича на этот лайнер и на этот борт никто не затаскивал вручную. Он сам сел,
Это проверенный маршрут. Он слетал в Афины, опять же, там по своей надобности встречался с видными белорусскими оппозиционерами, встречался со Светланой Тихановской. Ну, то есть он жил своей обычной жизнью, но при этом мы понимаем, что человек, которого обвиняют в экстремизме и в терроризме, и который находится фактически под запросом со стороны спецслужб граждан своего государства, он, конечно, наверное, должен быть все-таки более осторожным и более тщательно выбирать маршруты своего передвижения. Так что я считаю, что да, если это была операция, то она была проведена очень хорошо и на высоком уровне. Но, повторюсь, именно что на высоком уровне, а не просто как у нас ведут себя там те же самые наши американские коллеги, которые позволяют себе, например, внесудебное задержание. Да что уж там, они позволяют себе внесудебные казни. Более того, обратите внимание, вот буквально сегодня пришла информация о том, что наш россиянин по фамилии Крючков, Егор Крючков, ему присудили срок за то, что он якобы там вмешивался в дела компании Tesla, взлом произвел. Он уже в досудебном процессе отсидел определенное количество времени, ему не зачли это время, и вот сейчас, собственно, его осудили на 10 месяцев тюрьмы и на большой штраф. И ничего не может сделать российское консульство, хотя это наш человек. И таких примеров огромное количество, начиная там с Виктора Бута. При этом мы видим, что в случае с Белоруссией речь идет о белорусском гражданине. О белорусском гражданине, который объективно обвиняется по ряду достаточно тяжелых статей. И, кстати, вот этот его плащ Ярославный о том, что мне грозит смертная казнь, опять же, с юридической точки зрения просто-напросто можно квалифицировать как бред воспаленного сознания, потому что по тем статьям, в которых он, по крайней мере, пока обвиняется, никакой смертной казни не предполагается. Ну, там до 12, до 15 лет он может получить. До 17 даже лет он может получить, но, тем не менее, это все-таки не смертная казнь. Поэтому я считаю, что все, что сейчас происходит, оно связано не столько с правом, особенно с международным, которое так любят в СУИ упоминать. Все это связано с политикой, все это связано с санкционным воздействием, в том числе на Россию. И мы уже видим, как пошла волна в отношении «Северного потока-2», и не только, я думаю, что сейчас многие будут проводить вот эту вот очевидную совершенно параллель между Протасевичем и Навальным. Я думаю, что сейчас будут какие-то действия от Совета Европы предприняты, хоть, собственно, Беларусь туда не входит, но тем не менее обязательно они выскажутся. И мы видим, что сейчас собирается саммит Евросоюза, и там тоже будут проводиться вот эти очевидные параллели. Ну, потому что, понимаете, играют-то ведь очень топорно. То есть вот эти вот основные опорные образы из серии «Злобное государство», «Болящий оппозиционер», хотя мы видим сегодня, что Протасевич дает показания абсолютно бодр, румян и свеж, и вот эти все сообщения о том, что он такой весь бедный и несчастный, не соответствуют действительности. Но там уже его отец вышел, говорит, что он в гриме, пачка сигарет не его. Что касается отца Протасевича, это вообще отдельная тема, которая меня, честно говоря, очень беспокоит. У нас 30 секунд. Потому что на самом деле отец его, как мы знаем, подполковник запаса, человек, который занимался идеологической работой, который был лишен военного звания. Поэтому мне кажется, что здесь вообще речь идет в целом о семье Протасевичей, потому что к ней, очевидно, спецслужбы Белоруссии питают определенный интерес, вполне, как мне кажется, очевидный в данной ситуации. Так что все-таки, резюмируя, это больше политика, то, что мы с вами наблюдаем, нежели право, в том числе международное. Кира, спасибо за ваш анализ, глубокий, умный, потрясающий. Спасибо. Кира Сазонова, телеграм-канал.